И в завершении выпуска информация о работе зимников. Сегодня по маршруту Лабытнан-Гемужа-Азовы-Теги с 8 утра до 8 вечера разрешено движение транспорта повышенной проходимости общей массой менее 3,5 тонн. С 8 вечера до 8 утра для автомобилей до 30 тонн. Такой режим установлен из-за потепления. По маршруту Аксарка-Салемал-Панаевск-Ярсале проезд открыт для транспорта повышенной проходимости массой до 3,5 тонн. Об этом нам сообщили в пресс-службе окружной дирекции дорожного хозяйства. По зимней автомобильной дороге из Салехард-на-Дым могут двигаться только полноприводные автомобили до 3,5 тонн. Ледовая переправа через Обь между Лабытнангом и окружной столицей открыта для автомобилей массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45, транспорта, перевозящего опасные грузы – до 35 тонн. По ледовой трассе через реку Надым обеспечен проезд автомобилей массой до 20 тонн. По понтонному мосту всех видов транспорта массой до 30 тонн.